сегодня мы прибыли уже первый день на Телецкое озеро и пошли прогуляться к водопаду. Сейчас мы вот в термосочках у нас налит бабуля. Мы решили подзаправиться ей, чтоб нам придало энергии. И мы быстренько сбежали вниз. Полные сил и энергии. Этот напиток очень полезен. Когда ты поднялся, нужно восполнить свои силы. То есть получить энергию, чтобы двигаться дальше, получить позитивные эмоции. И та же корица – это всегда заряд силы, энергии. Гвоздика, аромат, он всегда приводит в стресс и тонизирует, чтобы быть внимательным, потому что все-таки горные вершины, реки, они подразумевают там концентрацию внимания для того, чтобы путь прошел безопасно, да. Поэтому сейчас мы получим силы и хотим еще сделать конное восхождение вон на те камни с флагом Тинториум и скотаться там и запечатлеть преодоление очередной вершины в рамках экспедиции Тинториум Алтай. Ура, ребята! Ура!